на Енисее. Здравствуйте, с вами «Взрослые разговоры о взрослой жизни». Расскажите, Дмитрий, где тот мальчик внутри вас? Куда он делся? Послушай меня, какой мальчик? Ты цены на бензин видел? Жена дома постоянно пилит, коммуналка это. Сосед достал уже каждый день вот этим та-та-та-та-та. Невозможно просто, невозможно. Отпуска 2 года не видел. Куда ушло мое детство? Почему взрослые такие скучные? Сейчас бы поговорить не с этим, а с детьми. Вы готовы, дети? Да, капитан! Кто? Любимый мультик. Мой любимый мультик – это Губка Боб. Что тебе нравится в этом мультике? Ну, сам Спанч Боб, и там даже иногда становится смешно. А Молния Маквин. Ага. Почему? Почему именно это? Потому что там всякие такие жизненные почти расходы. Ага. Например, какой-то там грусть, бывает радость и так далее. Угу. Любимая песня. Я банан. Чищу банан. Любимая книга. У меня нет любимых книжек, я только в школе читаю там разные, и ну иногда бывает, что начинаю читать. Mm-hmm. А я люблю книжку, я ее, конечно, не дочитал, но она называется «Сталкер». Что интереснее, жизнь ребенка или взрослого? Жизнь ребенка. Почему? Потому что взрослые работают, а родители работают и работают. Ну, ребенок. Почему? Потому что ребенок, он еще молодой, и у него почти нет ограничений. Чему взрослый может научиться у детей? Играть в футбол иногда там со своими друзьями. Там на коньках кататься. Может, они хотят узнать, что как там у детей, что они слышат танцами из ТикТока, тренды. Я так думаю, что просто каждый божий день надо веселиться, радоваться жизни, ну и так далее. Артем научил меня танцу из ТикТока. Есть танец «Я банан». Я сегодня шла за картошкой в огород. Ой, упала, вот это поворот. Замарала пяточки, все, лицо в навозе. Еще успела носиком по травке поелозить. Вот такой вот есть. Но делать этого я, конечно же, не буду. А Саша научил парочке боксерских ударов. Джеб надо раз, два сделать, два удара и подшагнуть. Угу. Вот так? Типа прям с подскоком? И когда вам становится грустно, взрослый ты человек, не забывай, что внутри где-то сохранился ребенок. Ну, да, парни? Да? Да? Я банан. Чищ банан.